Здравствуйте. Мы с вами находимся, вы не поверите, в Атлантическом океане, в районе Кубы, в районе штата Флорида. На Вородеро мы находимся. 6 марта 2018 года. Район пляжа Афродита Бланка, Старфиш, там еще какая-то Пальмас. Короче, здесь куча отелей первой линии, второй линии, у которых пляж один, всего один на всех. Вот эта череда грибочков, вот это их пляж. За моей спиной сейчас Доминикана, а перед нами Мексиканский залив. Туда заходит солнце, за Мексиканский залив. Вот в этом направлении, там, где плавают две лодочки, там штат Флорида, США. Сейчас перед нами, если прямо, Европа. Ой, далеко до Европы. Лететь, блин, надо часов 12. С ума сойти. Туда и обратно. 9900 километров от Москвы до Вородеро. До свидания, господа. Приезжайте в Вородеро. На этой оптимистической ноте мы закончим. Вы обратили внимание, какой океан? Бирюзовый. Океан бирюзовый. Сегодня он понимает, что я с ним прощаюсь, и он бирюзовый.